Легендарный актер театра и кино Юрий Померанцев сегодня отмечает свое 99-летие. Более 300 ролей и 79 лет на сцене. Мастер сценических перевоплощений по-прежнему трудится в Государственном академическом русском театре драмы имени Лермонтова. И даже в свой день рождения актер встречает на подмостках перед зрителями. О необычном творческом пути и не менее занимательной истории жизни знаменитого артиста материал Аян Рафина Рикбаевой. Пережить смерть не только друзей, но и их детей. Какой же я старый! Неприлично! Так печально Юрий Борисович вздыхает только тогда, когда играет роль. В жизни Юрбор, так его прозвали коллеги по цеху, полон оптимизма. И покидать сцену даже в столь почтенном возрасте не намерен. Сегодня артисту исполнилось 99. Как он сам признается, секрет долголетия прост. Это любовь к работе. Он в нее погружается с головой. Я люблю вот эту работу. Мне она, так сказать, грубо, она мне прибавляет жизни. Вот как надо понимать. Без нее я чувствую себя очень плохо. У Померанцева широчайший актерский диапазон. Ему подвластные драматические и комедийные роли. Сам же артист, как актер театра, тяготеет к острохарактерным героям. Успел Юрий Борисович сделать карьеру и в кино, снявшись в десятках фильмах, в том числе и зарубежных. Но больше всего он запомнился зрителям в роли доктора Лаврова в музыкальном ревью Шакена Айманова «Наш милый доктор». Ну что ж, чудесно. Никакого воспаления. Замечательно. Ну-ка, попробуйте что-нибудь спеть. Что вы, доктор? Попробуйте. Медицина разрешает. Разные актеры бывают. Я вот такой. Мне очень трудно вот постичь всю эту историю. Я мучаюсь страшно. Ищу. Часто не нахожу. Редко бывает так, что я бываю доволен собой. Об Юрборе можно рассказывать долго. За плечами суровая школа военных лет, ранения на фронте и долгий творческий путь длиною 79 лет. Для того, чтобы раз и навсегда влюбиться в его непревзойденную игру, достаточно посмотреть спектакль. А их сейчас немного. В силу проблем со здоровьем актеры играют в единственной постановке «Визиты к мистеру Грину». Да и там всегда аншлаг. Билеты раскупают за считанные часы. Айнрафина Рикпаева, телеканал «Алматы».